4 тематически разделенных зала. В каждом отдельный рассказ об определенном этапе истории крепости или людях, имена которых неразрывно с ней связаны. Более 180 предметов, в числе которых картины, иконы, монеты, карты, оружие и личные вещи, словно ведут свой диалог с посетителями. Все они – настоящее достояние областного краеведческого музея в честь важных для крепости дат – 45-летия самого мемориала и 60-летия музея обороны. Сотрудники краеведческого собрали их в рамках одной экспозиции. Выставка «Крепость. История. Раритеты» – это подарок учреждения культуры. Фонды краеведческого музея действительно богаты, разнообразные, более 200 тысяч предметов. Ну, а эта выставка – наш подарок нашим коллегам из мемориального комплекса. Каждый из представленных экспонатов – часть истории. Каждый по-своему уникален и важен. Но особого внимания, безусловно, заслуживает доска и монеты, которые по традиции были заложены в основание, в самом начале строительства крепости. Нельзя сказать, что какой-то значимый, другой, менее значимый предмет, который выставлен сегодня на выставке. Но, видимо, для меня самое главное, ну, пусть меня просят хозяева или владельцы раритетов краеведческий музей, конечно, закладная доска для меня, на меня это производит, конечно, очень сильное впечатление. Другие предметы очень интересные, которые, я не сомневаюсь, тех, кто придет к нам на выставку, кто придет в залы музеев обороны или музей войны территории мира, конечно, зайдя сюда на эту выставку, для себя снова откроют некоторые экспонаты, с которыми не встречались, может быть, нигде еще. По словам организаторов, экспозиция может заинтересовать и тех людей, для кого история и все, что с ней связано, это профессия, и тех, кто просто неравнодушен к важным страницам в жизни Брестской крепости. Ознакомиться с экспонатами, которые помогут перенестись и в 19 и в 20 века, можно будет на протяжении 2 месяцев, до 9 января 2017 года.